Авария произошла сегодня рано утром недалеко от станции Шуйской. Юрий Гольштейн возглавил «Авангард» весной после ухода с должности Валерия Судакова, до того заместитель директора по производству. Господин Гауки Химамда представлял в Карелии компанию английского миллиардера Алана Льюиса Иллингворт Моррис. Перед нашей камерой он появлялся последний раз на пресс-конференции, которую Алан Льюис давал летом этого года в Доме правительства. За столом он сидит вторым слева. До того, как обосноваться в Карелии, Гауки Химамда в юности воевал с французами за независимость Алжира, а потом много лет жил в Лондоне. Ну а до сего дня возглавлял совместное предприятие «Кандапошский леспромхоз», одно из немногих успешно работающих предприятий лесного комплекса в нашей республике.